Всем привет! Сегодня мы будем смотреть «Дом вверх» от Илуа, у которого крякнул микрофон. Я уже вижу сам домик и шарики, которые почему-то квадратной формы. Тут есть дорога и... что это? Секретный склад, где валяется куча динамита, мячиков и всяких вещей. Да, прям как в этих смешариках, ты же делал там, в городе смешариков, у тебя тоже там так портал лежал, все эти вещи. Это для оптимизации, с кругами шарами лагает. Это свалка со старыми вещами из дома, понятно. Шарики, значит, будут квадратные, окей. Тут есть дома, которые, блин, я бы в такой местности бы не жил, где тут все разрушено и ничего нету. А вот и сам разноцветный веселый дом, пошлите в него. О, давайте посмотрим. Договор становления Ромашковой долины столицы Ухаграда. Блин, даже сюда это принес. Ну, может, уберешь? Я его, это важно, почему на полу валяется. Дом бы занес. Это никогда не случится. Письмо не докинул? А что там? Так, пошли сюда. Тут есть такие дверки на шарнире. Шланг, чтобы поливать. Блин, все проработано. Кнопка. А ладно, на нее не надо было нажимать. 18 написано. Пошлите внутрь. Вообще очень классный и детализированный дом. Очень много декора, всяких наклонностей. И это очень круто. И хотя бы это просто дом, но тут еще рядышком есть детализация. Тоже круто. У самого дома есть два входа. Впереди и сзади. Также у дома вот тут видно. Красивые стены довольно. Не просто такими наклонностями. Есть красивые окна. Но почему-то розовые. Наверное, так было в мультике. Даже флюгер есть. Ну да, флюгер тоже есть. Это флюгер петуха. Так, пошлите в сам дом. Вот есть красивая детализированная дверь. Вот. У нее 4 замка. Ого, в этот дом никто не проникнет. Так, куда тут можно пойти? Красный коврик. Тут что-то слишком много народа в одном домике. Проходите, пожалуйста, в гостиную там куда-нибудь. Я пока у входа постою. Тут есть зеркало. И, как я понял, место для обуви. Много различных бумажек важных. И зеркало. Также тут есть лестница наверх. Очень компактный вообще домик. Такой маленький. Сейчас я залезу наверх. О, тут есть компьютер, мышка. И также еще один проход. Ванна и туалет находятся наверху этого дома. Кстати, можно обратить внимание, какой красивый и детализированный этот унитаз. Да, вообще. Кажись... самый важный человек, у которого геймерское кресло, компьютер, клавиатура. И он даже у Геймса смотрит, вон там, об этом говорит, вон та картина, что наверху. С крутым, красивым шкафом. И он живет на чердаке. Круто. Чисто, когда тебе сказали жить на чердаке, но ты решил подружиться с чердаком. И тут есть туалет. Почему он на чердаке, я не знаю. Мне очень понравился шкаф, который тут есть. Он очень-очень детализированный. Еще больше мне понравилась картина. С ухом. Так, что тут еще есть? Портфель. Правда, он немного квадратный. Что это за комната? Тут есть таймер. А, ну ладно. Просто часики. И здесь находятся 3 окна. Ого. А вот здесь, кажется, и управляют самим домом. Вот тут можно нажимать на клавиши. То есть, полет. Кажись, здесь начинается полет. Ну да, тут все крутится, прям как в мультике. И здесь есть такие часы. То есть светильник тут есть, часы вот тут есть. Тут кнопка включения света. Вот этот красивый детализированный стульчик из камня. Красивая картина и птичка. Пойдемте вот тут. Картина Роблокса еще есть. Также есть проход в эту комнату. Это кухня. Тут есть холодильник, тортик, духовка и умывальник. А тут уже выход. Такой компактный и очень удобный дом тут. Он очень маленький, но очень удобный. Но тут все есть, но он маленький. Это очень круто, что в таком маленьком доме столько всего разместить. Ну и, конечно, как и в мультике, этот дом умеет летать. Мне кажется, мы не по-другому должны были летать. Вам не кажется, что этот дом неправильно летает? Мне тоже так кажется. Угу, мне тоже, если честно. Какой-то дом этот, шарики внизу, а мы тут... Блин, что тут внутри? Я в туалете вообще как оказался? Что творится? Бежим, пока можем. Еще компьютер сейчас испортится. Надо было все вещи сделать отдельно, как в Ромашковой долине. Тогда бы тут бы вообще бы все бы летало, как в космосе на ракете. Кстати, я заметил красивую коробку, но не до нее сейчас. Блин, что это за машина для колбасы Е? Ай, я вывалился из этого дома. Ловите дом, глупцы. Что? А, ловить дом, точно. Это же целое состояние, куда оно убывает? Остановись, нам нужно спасти этот дом. Полетели. Почему дом не летает? Уберите шары. Этот не так... А, мне кажется, Сонор запустил шарики или кто-то из вас. О, нет, что вы наделали?
Я думал, он его не поднимет. Ай, куда? А, это ты пират, да? Ты испортил этот дом, да? Знаешь, сколько он стоит? Эх, возможно, кстати, починить дом, или мы уже все обречены навсегда. Я удалил свои, а то он сейчас сам уже летает, как должен. Ну ладно. Ну, внешний вид очень тоже классный. Тут второй этаж, везде окна. Кстати, я там не заметил одну очень красивую коробку, ты ее даже пару раз в Дискорде скидывал. Вон, там она, на полке. Правда, когда мы летаем, не очень удобно тут что-то смотреть. Вот, красивая коробка очень заводная. Эксклюзивная, наверное. Но это весь декор в этом доме, его тут реально очень много, всякого разного. Ну и давайте попробуем, как в мультике, полететь на нем. Вот так он летает. Это, знаете, вот такому дому машина... Не нужна, хотя бы лодка пригодилась. Этому дому не нужна машина. Да хотел попутешествовать, кому-то в гости. Хлоп, шарики включил и полетел в гости. Давайте к сундуку полетим на этом крутом доме. Только меня забыли, и нужна спасательная шлюпка, а то я так утону. Нет, нет, я живу, и мне только бы осталось. Я лучше возьму джетпак, и всем тоже советую. Так, куда мне тут залезать? Знаете, я сяду на геймерское кресло и буду наблюдать за крутым полетом. Полетели. Я готов. Пират вообще спать лег. Дом летает на шариках. Прям как в мультике. Очень много веревок и шариков. Давайте полетим прямо по курсу. Нас в гости позвал сундук. Нам нужно догнать его. То есть прилететь к нему. Он нам хочет подарить немного своего золота. Так прикольно он вообще летает. Так немного дрожит. Прям как в мультике. Там летели вот так. Еще музыку такую добавить, как там вообще круто будет. Пока что все нормально. Дом летит хорошо. Пират, ты куда? Пират. Окей. А меня не пират. На первом испытании мы потеряли пирата. Стоп, ты что, летишь к бездне? Нет, нет, я в другое место билет заказывал. А золото летим? Не знаю, да куда мы летим. Куда приведешь, туда приведешь. Бездна нас тоже устраивает. Хотя не очень. Хотя давай, давай в бездну, в бездну. В самом доме очень много декора. Очень крутой вообще. Там даже флюгер вон крутится, можно сейчас посмотреть. Я, кстати, не вижу, где там, а вот там. Он, наверное, стоит шарнир, и он крутится спокойно. Вот так он может добавлять высоту, набирать высоту, ну и так далее. Чердак намного больше, чем внутри. Не понял, что? Снаружи чердак больше, чем внутри. А, ну да, кажется, да. Пытаюсь обмануть. Вот тут такое оно огромное, а внутри смотришь, а, да, реально, какая-то маленькая комната. Хотя нет, тут все правильно, только тут стены, которые ограничивают это пространство. И еще то, что рядом стоит туалет, это еще одно помещение. И комната вообще мелкая. Ну, у этого дома как раз-таки фишка в том, что тут все типа такое. Маленькое. Типа маленький домик, очень компактный, но тут много чего есть. Кстати, что это там за машина к нам прилетела? О, нет. Нас машина поймала. А нет, кажется, мы машину поймали. Ну, на третьем испытании к нам присоединилась машина. Пират решил нас догнать. Вообще, он вот сейчас очень круто так покачивается. А для чего этот дом-то был построен? Интересно. Хотя бы в чате напиши, если говорить не можешь. Для души. Угу. Круто. А может, для путешествий? Просто так. Дом из мультика. О нет, мы врежемся сейчас в огромный фонарь. Давай полетим лучше в бездну. Тут как-то скучно. В бездну давай. Бездну. 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 Да, пират сразу отцепился. Надо было тебе в личку написать, чтобы он не заметил. Давай. Он еще так гладко спускается, интересно как. Типа вот он спускается, да очень гладко. Потихоньку. Не, тот тихо-то не спускался. Ну хотя да, стоп. А почему мы приклеились? Ну что ж, давай. Потихоньку спускаться вниз. Давай. Полетели. Вниз. Давай. Что? Мы отцепились от шариков, так можно было? Зачем он дымоход на запчасти разобрал? Зато шарики будут продолжать наш полет, а мы нет. Мы вокруг всего этого были вот такие недостроенные дома. Почему-то только один был достроен. Тут такая дорога типа продолжается. А что в самих домиках-то есть? У них ничего вроде бы нету пока что. Также тут рядом везде трубы. Ну и тут ведется стройка. А дом почему тут стоит? Вот все, что осталось от этого дома после полета. Это стройка. Арматура, эх. Вот такое небольшое строение. Эх, я теперь бомжик пишет. Твой дом улетел в бездну. И его больше оттуда не достанешь. Остались только эти трубы. Ну и участок неплохой. О нет. Ну раз уж ты все потерял, то тебе не жалко будет один договор какой-то. А думаешь, договор. Он так ничего не значит. Его тут не было. Что означает Кара и Элли? Давай. Это Карл и Элли. А, наверное, тут кто тут жил. Я мультик не особо так помню. Я помню, что там летали, путешествовали. Но это было все, что тут есть. Вот, тут еще, оказывается, трубы двигались.
Они, кстати, тоже довольно красивые. Ну, вот такой очень классный дом был. Это, типа, тут на самой карте билд-бота изображено небольшое строение. Типа, что? Я не понял. Вся стройка напрасно. Годы строительства. Я не понял, а что случилось? А, Иван, зачем ты это сделал? Хорошая была постройка. Все заключалось в том, что тут везде были участки такие. Плохие строители. Ну да, конечно. О, нет. Не, ну это уже перебор какой-то. Тут типа вот такой проход, типа должно быть дальше. Тут типа такой город строится. Ну тут сам билд-бот такой маленькая область строительства, поэтому тут не все изображено. Только такие три домика строятся, а вот тут участок, который не хотели, наверное, продавать. Да что? Куда вы уводите строение? Они же дорогие. Эй, а кто меня увез? Людей воруют, помогите. Помогите, пожалуйста. Бывает. Я жить вообще-то хотел. Ай, моя голова разбилась об камень, это жестоко. Это было жестоко, пират. Очень. А в этом доме 100 человек, наверное, жить хотели, а вы взяли его уничтожили. Сколько людей вы без дома оставили, вы понимаете? Ну и как в Ромашковой долине, тут можно заходить в эти проходы с помощью портала. Вот такая была классная постройка. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока. Вы знаете, сколько людей вы оставили без дома? Залезьте в трубу. Залезайте. Ну, все.